Это, друзья, граффити. Граффити на мотодроме. Граффити на мотодроме. Ну что, забавно. Здесь есть разное, на разные темы. Хороши граффити, когда они качественные. А когда некачественные, то граффити хороши, но не очень. На любой цвет и вкус найдешь ты граффити на мотодроме возле стадиона Олимпийского. Над стадионом Олимпийского, кстати, вот он. А? Бабочка. Я думал, бабулька, думаю, где-то бабульку здесь нашла. Это бабочка. Бабочка и теннисист. Просто Unglaublich, как интересно. Фантастич. Old Fart Jam. Ага, Том и Джерри, прикольно. Трансформер даже, наверное. А, нет, типа трансформер, типа рисует такой. Вот где можно заниматься теннисом. Тоже неплохо. Позаниматься здесь теннисом. Но особо не позанимаешься, так как здесь байкеры, рокеры занимаются не теннисом, совсем не теннисом, более важными для экстрима делами. Они здесь занимаются байкерством. Байкерят, так сказать. Прикольная местина, кстати. Здесь можно какие-то фильмы снимать. Или клипы. Ну, наверное, я так думаю, что все, кто снимает здесь клипы, все про это место знают. Ибо местина здесь, как говорится, ультрамодная. В чем заключается мода? Ее ультровость. Вот в таких вот, вот в таком гипертрофированном искусстве. Ну что, прикольно, мне нравится, я вам скажу. Достаточно оригинально. Ой, собак. Здесь живут собаки. Привет, волк. Да, друзья, это Киев. И это прикольно. Ич. Так, ну что?